Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у Крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Привет, ребята, с вами Локи, и мы продолжаем играть в сезоны FIFA 16. В прошлый раз мы играли за Баварию, победили 8-0, и в этот раз мы будем играть за Барселону. Но я напоминаю, ребят, оставляйте больше предложенных команд в комментариях, и, возможно, именно ваша любимая команда будет в следующем выпуске. Также не забывайте поддерживать видео пальчиком вверх. И давайте искать нашего первого соперника. Но, наверное, ребят, в следующей серии мы сыграем еще за Реал, чтобы было не обидно. Потому что противостояние болельщиков Реала и Барселоны всегда было. Но я к обеим командам отношусь одинаково. Для меня нет какой-то борьбы среди них. Обе интересные команды. Так же, как и Месси с Роналду. Так что, ребят, вставим больше лайков в поддержку видео и начинаем. И наш соперник сегодня это... английский Ливерпуль. Удар по воротам спасает голкипер. И побыстрее вбрасывает мяч вперед. Матьё. Суарес против мяч. Получает. Суарес. Суарес. Не дают ударить, но он бьет еще раз. И не попадает. Суарес. 1-0. Ну вот, зубки зуб забивает. Ошибка голкипера, Суарес подловил и открывает счет в этом матче. Как пробил-то вратарь, успел? Успел накрыть, но Суарес не дремлет. Хорошо, Месси. Лео Месси. Лео Месси тащит мяч сам и зарабатывает. Хороший штрафной. У нас есть кому исполнить. Лионель Месси, я думаю, он и пробьет. Разбег. Удар. Перекладина от Лео Месси. Вот так вот. 43-я минута. Суарес. Бускетс. Удар по воротам. И неплохо. Нет такого прям... мощного удара у Бускетса, но неплохо он сыграл. Снова Суарес. Суарес и 2-0. Вот так вот. Вот так вот подлавливает Суарес второй раз голкипера. И делает уже дубль. Здесь снова не без труда и снова под голкипером успевает. Ну что, хороший шанс, чтобы Суаресу сделать хэт-трик в этом матче. В прошлой серии, помните, Левандовский забил 5. И сейчас Суарес начинает идти по его стопам. Но там, правда, у нас прям разгром было. Мы катком проехались по сопернику. Здесь пока такая вяленькая, можно так сказать, игра. Здорово. И туда, налево, на Неймара. Да, Неймар набирает скорость. Суарес, хэт-трик! Вот так вот. Здесь Неймар не пожадничал. И выдал этот пас Суаресу, который забивает у нас третий мяч. Здесь уже на пустые ворота. Ну и здорово. Здорово у нас пока все проходит. Ракитич выцарапывает мяч. Месси как-то пока не очень заметен. Сегодня у нас блещет Суарес. Опасно. И все-таки один гол отквитал Ливерпуль. 65-я минута. Все-таки смогли прорваться по центру. И здесь уже у Браво не было шансов. Неймар! И нет офсайда. Нет офсайда. Суарес делает ассист, Неймар забивает, вот так вот обменялись. Мне вот здесь показалось, что Суарес из офсайда выбегал, но нет. И 4-1, вот так вот быстро разыграли наши ребята. Суарес, Роберто ошибается. И Кристовина. Это Каутиньо
который может решить в любой момент своим ударом. Суарес с мячом. Суарес! И еще один гол. Это покер от Суареса. 5-1. Ну что, пока мне нравится. Здесь Бускетс уже выдает голевой пас, и Суарес шведкой в дальний угол. Ну что, мне интересно, Суарес 5 забьет? Или только Левандовский на это способен? Суарес с мячом. Суарес! Фантастика! Это пентатрик! И Луис Суарес сам все сделал. Просто сам. Если ему уже никто не нужен. Он разрывает, да. Честно сказать, первый раз играю за Барселону и первый раз играю за Суареса. И он просто фантастический футболист. Реально Месси так не играет, мне кажется, здесь, как Суарес. Он и отнимает. И пасы раздает. Суарес головой. И угловой должен быть. Да, угловой удар. Окружаем вратаря. Подача от Турана. И здесь, конечно, голкипер. И, друзья, финальный свисток. Вот такой вот матч мы сегодня с вами провели. Напоминаю, оставляйте в комментариях название команд, которые вы хотели бы увидеть. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку в виде лайков. Всем удачи, всем пока.